Клина Джозефа Роджера в родном домике. Что могло пойти не так? Или что может быть в данном случае экстраординарного? До того момента, пока я не возьму его в руки, вроде бы как бы ничего. Родной домик, кстати сказать, опять же таки, поймал себя на мысли, что данный домик открывается налево, а не направо. Для левшей приятная новость. Итак, внимание, я беру этот домик в руки, и вы сразу все поймете. Вот его размер. Скрывает он в себе вот такую бритву. Клин. Клин. Размер 5/8. И вот такой размер king size. Бритва абсолютно новая, не пользованная. Надо отметить, приехала она ко мне в не лучшем виде. Я ее с особой нежностью почистил и заточил. Еще бы чуть-чуть, и, конечно, ее уже не спасти, поскольку так она вроде ржавчина не сильно была лютая, но у пятки, вот здесь на самом как бы повороте, она имеет уже выход на фаску, поэтому ну, на бритье оно никак не скажется. Но еще бы чуть-чуть, короче, вовремя. Все произошло вовремя. Прежде всего, наверное, такая штуковина будет интересна коллекционерам, поскольку в таком форм-факторе, я думаю, найти будет крайне проблематично. Ну и помимо всего прочего, это абсолютно рабочая вещь. Ребро обуха, как вы видите, оно абсолютно целое. Вот эти все такие патийные или патинные разводы, они будут не мешать работе еще крайне длительное время, еще на 3 жизни хватит. Поэтому вот такой юмористический Роджерс представляется вашему вниманию. Да, чуть не забыл. Все родное здесь, оно не разбиралось. Как бы все в оригинале. Естественно. Аккуратнейшим образом было вычищено и заточено. Цена вопроса 2000 гривен или $70. Прошу любить и жаловать. Кому понравится, пишите, звоните. До скорых встреч в эфире. Пока.